Вот это главный корпус Пермского хореографического колледжа. Здесь учатся 288 будущих артистов балета. Мы тоже здесь учимся в первом классе. В этом году у нас праздник. 65 лет колледжу. А на праздник мы всегда открываем двери для гостей. Приходите, смотрите, как мы живем, чем занимаемся. Ну что, хотите посмотреть? Тогда за нами! Она вообще по документам о рождении, она Екатерина Никодимова. Ирина Тимофеевна часами может рассказывать об основательнице и первом художественном руководителе нашего колледжа Екатерине Никодимовне Гейден-Рейх. Согласна. Правда, что на самом деле очень красивая балерина. Эта лестница у нас называется исторической. Если по ней пройти и все прочитать, то можно узнать об истории колледжа очень много. О знаменитых педагогах, о заслуженных и народных артистах балета, выпускников нашего училища. А если заглянете в музей, то увидите настоящие костюмы Надежды Павловой, Ольги Ченчиковой, Галины Шляпиной. Все они наши выпускницы. Ой, мы шалили, очень какая-то. Мы же жили одной семьей. Это здорово. Вот детство как такового ведь нас не было. У нас не похожее было детство. Не то, которое, как вот, знаете, во дворах там девчонки бегают с мальчишками, там, да, футбол гоняют или что-то такое. Нет, у нас было детство другое. Мы сразу же были ответственными детьми и учились профессии, и лишали себя многих радостей и шалостей. Но шалости были забавные. Помню, я даже ресницы подрезала, чтобы ресницы у меня выросли. Вообще, конечно, замечательные у нас были педагоги. Они нас всех любили, как своих детей. Это мы, младшие, занимаемся классическим танцем. Первый, второй, третий и четвертый классы. Вон как стараемся. Нога сразу, вам. Нажимай, нажимай. И прыжок высоко опять руки. Стой, нажми! Не надо высоко руки поднимать. Себе, к себе, к себе, к себе. Пауза. Аппетит у нас хороший, у всех и всегда. Мы с вами завершили изучение большой, сложной темы, глагол как самостоятельная часть речи. Сегодня мы с вами обобщаем весь изученный материал, повторяем и готовимся к диктантам. Если бы я была директором школы, я бы... сделала перемятки подлиннее. Я бы уволила всех учителей, которые плохо обращаются с детьми. Я бы сделала классический танец 2,5 часа. Он родился на Урале, в городе Воткинске. И в этом году, 25 апреля, отмечается 170 лет со дня его рождения. Дело доброе, не забудется, и наказан будет злодей. До поры, пока сердцу чудится танец маленьких лебедей. Классицизм – это система норм, система
видение мира, да? Сентиментализм тоже система видения мира, свои идеалы. Романтизм тоже самое, реализм тоже самое. И все это... Честно признаться, ничего не поняла. А ты? Тоже мало чего. Думаю, подрастем, подучимся, тоже поймем. Очень важное опять понимает Соня, когда говорит «от Бога вы отошли». Она по-своему объясняет причину убийства. Она говорит «от Бога ты отошел». Она хочет помогать. Помочь ему, да? Так. Маша? Что он не живой. Он, его душа не живая. Ага, он-то живой. Он-то живой, да? Душа не живая. Душа не живая, да? Ну, просто физически так. Физически он существует, да. Многим из нас русский язык дается нелегко. Так, мне тоже. Но мы-то дома. А как иностранцы, бедные, с ним справляются? Кстати, в нашем колледже учились и учатся ребята из многих стран. Японии, Кореи, Монголии, Сербии, Черногории, Австралии, Ирландии, Франции. Что это значит? Три, раз, два, девочка, три, мальчик, четыре. А это уже старшие, первый и второй курс. Три, Бле, антрашасис, головка, Том Бенефа, кабриоль. Кабриоль по ходу купе, ассамбле. И другие ноги. Раз, и два, и три. Антрошасис, четыре. Головка. Раз, и два, и три, и четыре. Еще разочек. И раз, и два. Повернулась, стоять. Села. Андедан. Андедан. Шаме-шаме. И вперед. Стой. А головку доверни. Три восьмушки. Раз, голова. И раз, три карте. Еще и раз, руки собрать. И карте сиди. Повернись. Стой. И пошла. Вторые вступают. Да, шаме. И стоять. Класс, в котором сейчас занимаются ребята, называют у нас классом Юлия Иосифовича Плахта. Как говорят, педагога от Бога. Это у него учился наш выпускник, заслуженный артист России Кирилл Александрович Шмаргонер. Конечно, школа замечательная. Надо сказать, что она не сразу стала выпускать хороших учеников. Долгое время прошло, прежде чем... Но так не бывает, чтобы сразу раз, выпуск, и замечательно. Вспоминается, когда ездил на смотр училищ, и мой любимый педагог Юлий Иосифович Плахт, значит, он так хотел, чтобы я лучше станцевал, что ударил меня по физиономии. Вот я, конечно, на дыбы встал, обиделся, пришел домой, говорю папе: «Па, вот он меня ударил, как я могу с ним?» Он говорит: «Ты, говорит, глупый, если бы он не хотел, чтобы ты был лучше, он бы никогда тебе не... Представляешь, до чего ты его довел, что он, интеллигентный человек, дал тебе пощечину?» Я понял, что он прав. Вот, и как бы простил, что ли, но он извинился, конечно. Вот финиш.
первую позицию возьми. Ну, ну и раскрути ручки, раскрути себя. Раскрути себя, раскрути себя. И видишь, пока ты соберешься. Но дело в том, что следы питерской школы или ленинградской, они здесь, конечно, очень отчетливо видны, потому что основатель школы Гейденрейх – это, в общем-то, культура Питера. Но мне кажется, что, в общем-то, по отношению к петербургской школе теперь или к ленинградской, что Пермь все-таки впитывал какие-то и московские тенденции. У нас вообще вечный спор Москвы и Ленинграда всегда был по эстетике, там, по культуре какой-то, вечный спор такой. Везде академия, 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 а одна из лучших школ, в общем-то, России, все-таки пермская. И мне кажется, что вот такие... такое влияние, что ли, Питера, оно ощутимо. Ведь Питер, он был в основном более слабый, может быть, технически, в отличие от Москвы, но зато более, как бы, эстетически тонкий, что ли. Вот. Особенно в руках, особенно вот в позировке. Поэтому вот здесь как бы есть вот это и то, и другое. И, в общем, недаром, что ведь в Мариинском театре и тоже в Михайловском театре работало очень много пермяков, которые после всяких конкурсов туда поступали, потому что, в общем, там они находили какое-то близкое себе. Поэтому мне кажется, что пермская школа очень важна тем, что она сохраняет и развивает традиции. Месяц назад в нашем театре прошел международный конкурс артистов балета «Арабеск». Что интересно, каждый четвертый участник конкурса оказался выпускником нашего колледжа. Здорово, правда? А Дима Бяков завоевал приз зрительских симпатий. Мы его тоже все любим. Марине Булдаковой и Никите Четверякову еще целый год учиться. А на последних всероссийских дельфийских играх в номинации «Классический танец» Полина завоевала золотую медаль, а Никита – бронзовую. Библиотека у нас богатая, никогда не пустует. Трилогии или повести рассказы, можно его, если есть сборник. Сборник тоже есть. Да, тут фамилию класс. Что вы сейчас изучаете? Ионыч? Да. Саша Арсеменков, он слева, тоже часто сюда заглядывает. Читает, правда, мало, но заглядывает часто. Прекрасная иллюстрация, обратите внимание. Так. Длинные. Как вы уже догадались, занятия сценическим гримом нам очень нравятся, особенно девочкам. Видите на сцену. Юля, ты будешь танцевать фею сирени. Самую добрую, самую прекрасную фею. И ты всех спасешь. Вот с этим ощущением ты должна всегда перед спектаклем, когда ты делаешь грим, тебе это поможет потом на сцене. Войти в образ уже заранее, уже будучи вот в гримировочной, ты сидишь, и ты уже входишь в образ. Ну, подходит. А Татьяна Григорьевна Шил не только классный педагог по сценическому гриму, но и поэтесса. Вот эти книжки стихов она сама написала. Это самые старшие классы. У них скоро госэкзамен. Тут уж мы помолчим. Девочки, лица,
пожалуйста, классный руководитель. Оперативка у директора. Думаешь, про что говорят? Да про нас, наверное. Кто успевает, кто не успевает, что с этим делать? Если все педагоги по танцам вместе собрались, значит, новеньких принимать будут. Я помню, в прошлом году тоже так волновалась, что коленки дрожали. Мальчики неказистые. Нет, почему? Один вроде бы казистый. Не повезло девочкам. Расстроились. Почему не повезло? Может быть, потом они станут хорошими врачами, учителями или успешными бизнес-леди. Только они пока этого не знают. Вот и расстраиваются. Вот и настал тот день, ради которого все напрягались, которого все боялись и которого ждали, чтоб он быстрее настал.
педагогический труд, он очень большой, ответственный и не очень благодарный. Но когда смотришь на детей, на сцену, как они танцуют, понимаешь, что все-таки все равно все испытывают сейчас очень-очень большое счастье. Я тоже. На заседании экзаменационной комиссии посторонним вход строго воспрещен. Какое у меня впечатление от экзаменов? Знаете, ну, Пермская школа всегда стояла в ряду самых известных школ России и мира тоже. И рядом с Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской школой. И как бы у меня нет такого открытия, что здесь все хорошо. Так и должно быть, потому что эта школа известна своими педагогами, своими артистами выдающимися. И, конечно, идет смена поколений, может быть, есть какие-то трудности в этот момент, но у вас очень много хороших педагогов, старейшин, которые способны передать свои знания молодым педагогам. И я думаю, что традиции будут продолжены, и все будет в порядке. Балеты «Щелкунчик» и «Капелия» у нас в колледже являются программными произведениями. За время учебы в нем обязательно поучаствуют почти все наши ребята, от младших до старших. «Капелию» поставили 50 лет назад, а «Щелкунчик» и того старше. Эти спектакли увидели зрители не только нашего края, не только России, но и зрители Болгарии, Испании, Англии и трижды зрители Германии. Отдельные номера из этих спектаклей можно увидеть и на ежегодном отчетном концерте колледжа на сцене Пермского театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского. Да не было бы никогда здесь конкурса «Арабеск», если бы не училище, если бы не славная история, если бы не те создатели этой школы, удивительной школы, которая идет почти в один ровень, стоит из Ленинградской, из Московской. Задан был точный уровень.
Поэтому и выпускники Пермского училища разбрелись тоже по миру. Они уже во всех странах, и они, и я не говорю только о России, вообще в мире. Поэтому Пермский балет и славен. Славен своей школой, славен своим академизмом, если хотите. До тех пор, пока будет существовать школа, будет существовать театр. Вот не будет школы, я вас уверяю, погибнет совершенно труппа театральная. Не будет она так хороша. Поэтому школа тоже развивается. Пермяки, во всяком случае, все теперь должны гордиться. Но она и гордится. Кстати, это я говорю «должна», как будто бы они не гордятся. Нет, я вижу это просто, потому что здесь это балетный город. Это город, в котором на очень высоком уровне находятся школы. Не так это просто растить балерин. Не все выйдут в звезды. На сотню один случай счастливый. Карьера, восторг, овации разливы, букеты у ног, воздушность Иола, лебединый размах, природа и школа в руках и ногах. Но труд ежедневно до тошноты требует сцены за миг красоты. Разлетятся теперь наши выпускники по всем театрам нашей большой-большой страны. А нам еще учиться и учиться.